Ладно, сейчас выполняем с вами последнее задание. Что-то немножечко подустала играть. Так, так, так. Это у нас... Погребальный, хотел сказать. Не знаю. Похоже, запечатал створы на карантин. Можешь... Нет, тебе подать питание, но может открыться. Я думаю, что в этих гробах некроморфы замороженные. Запечатанные. Используйте кинет, чтобы вставить. И вынуть батарею. Куда нам ее вставить? Это явно настройки. Ладно, сейчас давайте обыщем, прежде чем активировать. Ну что? Сразу же полезут эти некроморфы. Тут ступняк. Потом давайте осмотримся. Вот здесь батарея, там батарея. То есть две батареи должно быть, да? Одна, наверное, наверху. А что с настройками? Не улучшение для нашего оружия, когда мы прокачиваем его. Или здесь должны быть магазины. Что-то неактивно. Сейчас я вообще все пропущу. Но сохранение автоматическое было. Один раз я на это обратил внимание. Значит, все норм. Нету больше батареи-то. Что у нас на той стороне? Жалко, нельзя оттолкнуться без... гравитации, ничего не получится. А, придется долго и муторно взбираться по этой лестнице, чтобы проверить, что же на этой стороне. А здесь ничего важного, так что давай вернись-ка обратно. Везде обломки, намусорили. Такой космос красивый, обосрали. И здесь нагадили. Обломки некроморфов не так страшно. Так, это заблокировано, значит, нам нужно на ту сторону батарею вставить все. Это делается так. Сделайте оружие для получения дополнительной информации. Так и сделаем. Станок. Круг куча запчастей. Могу собрать пушку. Разумно. А, ну, тут... верстак. Используйте станок для сборки и модификации оружия. Да-да-да. Теперь все активно. Давай смодифицируем тебе что-нибудь. Излучатель Теслы. Тяжелый стандарт. Станина. Блин, я не знаю, как правильное ударение. Плазменный резак, дробилки литосферы разблокированы. Помещен наш сейф. Добро пожаловать к станку. Меню создания оружия. Можно создавать новое и модифицировать текущее оружие. В этом меню доступны модули оружия. Так. Меню чертежей. Можно создавать оружие по шаблону, который вы нашли и получили. От партнера по игре. Так, партнера по игре нет. Он где-то спит. У меня модификаторы оружия можно добавлять цепи по модернизации. Цепи модернизации. К оружию для увеличения скорости перезарядки урона, емкости обоймы и скорострельности. Меню создания предметов из ресурсов можно создавать боеприпасы, аптечки, ставить пакеты. Вот это еще круто. Блин. И сейф служит для управления инвентарем. В нем хранится оружие, предметы можно продавать, а также перемещать, распределять между инвентарем и сейфом. Какой-нибудь стрёмненько, а потом продадим, лучше прокачивать два вида оружия. Третье, это какое-нибудь прям уникальное. Лучше два, потому что, вы помните, мне не хватало денег, чтобы прокачивать много оружия в первой части. С этим были проблемы. Так, назад у нас F. Собирайте, модифицируйте оружие из запчастей. Новое. Создайте оружие по чертежам. Мазовый лазерный пистолет. Чертежей у нас нет.
Поэтому давайте новое сделаем. Новое оружие создаем. А где у нас излучатель Теслы? А, вот это вместе собирается, понятно. Хорошо. Все у нас теперь есть. Блин, там все намного проще было. Если что-то надо замудряться. У нас не хватает элементов для того, чтобы... дособрать оружие. Так, покажи, что у тебя там. Почему ты не поставил оружие? Я что-то неправильно сделала. Это создать, это чертежи. Это для того, чтобы место освободить, а потом я это все заберу. Что, как вы видели, мне постоянно не хватает места, и я не могу собирать аптечки. Так, а по поводу оружия. Левый слот. Почему ты не дал мне создать новое оружие? Я же какие-то тут детали нашла. Полупроводник. Металлолом. Дохренище. Вольфрам. Нету. Я так поняла, он только два оружия, что ли, может искать пока. Почему-то ему недоступно. Может, мы его позже прокачаем? Да, он сможет три оружия таскать. Ну, я вижу, есть место для третьего оружия, но он почему-то не хочет пока брать. Он пользуется пока что пулеметом. Плазменный резак. Давайте вместо плазменного резака установим ему так. Это у нас для чего? Это любой тип оружия. Тогда не проблема. Дробилка, литосфера. Вот видите. А прокачать-то... Да, включайся. Модифицировать вот это оружие. Модификация... Может, темп стрельбы должен быть быстрее? Новая цепь. Не хватает ресурсов. Где-то их надо собирать в течение игры. Пока ничего нельзя создать. Создать предметы. Лечилки. В общем, ничего создать пока нельзя. У нас не хватает ресурсов. Посидел тут 10 минут. Так, нужно было разобраться. Зачем они старый метод убрали? Зачем так измудряться? Кстати говоря, много у нас патронов-то. Он для любого типа оружия. Кстати, этим я еще не стреляла. Широкий плазменный автоматный резак, или что там такое написано было. Лазерная винтовка. Или нет? Ну, короче, там был просто резак, видите, это широкий. Фонарика не хватает, темновато. Темновато. Вы слышите этот звук? Мне он не нравится. Мне нравится этот позывной. Громковато. Мне кажется, громко.
Я не хочу сейчас заглохнуть. Не хочу оглохнуть от этих страшных звуков, честно. Это вот это кряхтела дрянь. И она ожила. Почему она так не стреляет нифига? Что это за дрянь? Почему она так стреляет паршиво? Почему она так стреляет паршиво? Это у нее такие залпы... Херово. Дайте вернусь обратно, мне нравится это оружие. Я обрадовалась, широкий автомат взяла. Но это реально фигня. Таким стрелять не смогу. Пока есть возможность, дайте я верну, что там. Дробилка литосферы. Давайте дробилку оставим. Вот сюда вот. Это у нас. Так, а куда ты мой автомат дел? Ухрен, ты его обратно положил. Почему ты обратно убрал мой автомат? Где он вообще? Подождите, у него только что в руках был автомат. Или мне показалось? Разве нет? Это вот этот пистолет, вы хотите сказать? Блин, оказывается, это он на картинке выглядит таким агрессивным, большим. Кажется, как будто это большущий автомат. Не знаю. Здесь пробуем в действии. Что за оружие я там оставила? Лучше это будет, хуже. Да вообще ни хрена не перезаряжалась. Ожили. Я уж опасаюсь, чтоб со спины никто ко мне не подошел. Что там у тебя? Мне набросилась какая-то прежняя команда. Сколько времени кто бы не выжил? Естественно, некроморф потупится. Что мне делать? Держать пушки наготове, обходить стороной вентиляционной шахты. Если они ползут близко, стрелять в конечности. Ясно? Раскомандовался. Спецок. Это мы бывалые ребята. Уж в этом понимаем, знаем толк. Так, разблокируй дверь.
Или куда ты забралась вообще? Как ты обошла их стороной? Что нам приходится только некроморфов убивать? Почему ты не расчистила путь? Надеемся, с тобой все в порядке. Я же вроде хотела это завершить игру. Так, наносить врага максимальный ущерб, отстреливая конечности, понятно. Это нам советы с расчленением. Так. Вы помните, да? Артефакт, кстати говоря. Еще проснулся красавчик. Через зрительный зал бежит к нам. Ты там лежишь или ты к нам ползешь? Все, я нацелилась на артефакт. Так его не сможем подцепить. Почему не можем? Кстати, мы можем, наверное, делать вот так, чтобы не тратить патрон, да? Делать вот так. Он там решил выспаться. Он там решил отдохнуть, кстати. Почему замер? Он споткнулся и упал. Или они реагируют на движение? Разве это не открывается? Так, мы с котом сидим. Не можем сдвинуться с места. Никакой не хочет уходить с моего стула. Всем нравится этот стул, который около компьютера стоит. Чего ты решил? Идешь, останешься? Гендальф. Эй, прелесть! Ты же прелесть! Хоть не трогай микрофон. Там будут звуки, которые нужно будет потом очищать. Всякие побрякивания. Ну, шнур обтирается. Мурзик. Так, еще есть коконы. Или нет, с котом можно даже спокойнее играть. Сидит себе пока спокойно. Пока он шнур не трогает. Темп стрельбы мы нашли микросхему. Можно использовать для улучшения. Так, еще кто вылезет из шахты, из люков? Мало на нашу голову кораблей, мы еще один нашли, который забралась Элли. У меня кот обслюнявил весь стол. Чем там нюхал?
с ним играть невозможно. Иди отсюда. Так, нам сюда, да? А куда? Да, значит, здесь какая-то заначка. Или этот лифт не работает? Закрыто. После медитации мне по барабану вообще. Они ползут со всех сторон. Мы не удивлены. Они все лезут и лезут. Да, скоро придем. Привыкать. Обычно мы всегда бежим на помощь. Просто к нам на помощь никто не бежит. Говорю, после медитации вообще пофигу. Чё там где рычит? Сейчас спокойно. Чувствую. Себя, значит, гравитация отключена. Угу. Это у нас гель какой-то. Все пригодится. Так, нажмите на Alt для приземления. Это приземление. Чтобы толкнуть Alt, так у нас сохранение. Есть еще что-то. Например, вот полупроводник. Прокачаем оружие, все пригодится. Так, больше ничего нет ценного. Давай, толкивайся. Полетели. Ты некроморф или нет? Ладно, обойдем стороной. Как всегда. Это что за тираннозавр? Что-то зубастое. А, это собака. Это собака. Из них ничего не выпадает, что ли? Я не понимаю. Пойдем-ка мы дальше. Нет никакого желания, честно. Целиться в них, тратить патроны, текстовые сообщения. Прочтем. Так, мне жаль, сэр, но мы ничего не можем поделать с шумом из кинологического отсека и как-то успокоить животных. Собаки не находят себе места с того момента, как мы вышли на орбиту. Некоторые даже пытались выбраться через дно своих клеток и серьезно вредили лапы. Прошу вас, сэр, отправьте их как можно скорее на поверхность планеты, пусть... Возомнуться, ну короче, это собаки. Такие же твари, как вот в предыдущей части. Только голова другая. Там из эмбрионов делались. Не знаю, как даже назвать. Модифицировались такие твари, а тут собак. Некроморфинки такие прелестненькие. Прелестнейшие создания. Norton, you there? Yeah, I'm here. Тут, думаю, это их задержит. Хорошо, источник СОС прямо надо мной. Кажется, я нашел главный генератор корабля. Все удастся восстановить подачу энергии, тоннель откроется. А как же ты? Тут есть лифт, который ведет на самый верх шпиля. Встретимся с тобой же там. А я не знаю, может быть, вам нравится больше, когда я более эмоционально. Сейчас я спокойно. Удав. Так, нам нужно установить энергоснабжение, да? Мне больше нравится в таком состоянии играть, потому что когда не реагируешь, самое то, чтобы играть в такие игры, мне кажется.
Наверное, что-то такое вот. Энергоснабжение, и твари полезли со всех сторон, да? Че, патроны закончились, что ли? Отлично. Собачка. Все, что ли? До одного? Во что ты мне подарила? Кстати, я упустила что-то здесь. Зря. Сейчас бы остались ни с чем. Так, ну, в общем, все. Можно не проверять, или что нам? Что нам? Так это должно происходить, да. Так. А почему, что происходит-то? Все запустилось. Теперь все работает. А, нам еще одну нужно запустить, так это не все некроморфы. Понятно. Ну, конечно. Нифига не убиваешься. Еще кто-то. Еще кто на меня. Как у нас там дела с аптечками? Все пусто, но у нас, кстати, в сейфе и запасики. Все, можем сделать то, что задумали. Есть энергия, проходной тоннель. Но в другую сторону. Нас убили. Ну, хоть сохранение-то было. А, ну все. Ждем лифт. Прекрасная собачка. Нам с вас нужно получить что-то. И с тебя тоже. Вот аптечка. А это пустая баночка. Лифт приехал. Ну, поехали куда дальше. А, там сохранение было, я же хотела закончить. Ну ладно. До следующего уровня. Сейчас встретимся с капитаном и там решим, как у нас дела обстоят с игрой. Вспомнил молодость, да, Айзек? Прекрасно вспомнить. Былые времена. Oh, God, you found us. Oh, Ellie, baby.
То ты слишком упряма, чтобы погибнуть. Так он с Элли встречается. Вот почему он ей не говорил. Вот почему он ему не говорил. Безмерно рад нашей встрече. Группа операции работы с обелиском. Что Дженнифер Сантос? Наша маленькая, но умная девочка. Вот почему он не говорил. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. I know, I'm sorry. But I have so much to tell you. All right, come on, we have to get out of here now. No, not yet. Isaac. Подожди, мы должны остановить обелиск, следы ведут в адмиральский штаб. Она исписана письменами обелиска на все стены. Ответ там, я уверена. Мы не можем уйти, не узнав, что на них. Ну так пусть Айзек займется переводом, а мы отчаливаем сейчас. Давай позаботься о своих людях, они в тебе нуждаются больше, чем я. Вот почему он не говорил, она с другим встречается. Как так получилось? Я ничего не поняла, может она с ними не встречалась, просто свалила. Почему тогда так расстроился? Потому что она отправилась куда-то. Предупредив его в последний момент, найдена новая цель. Так, сейчас у нас было сохранение, сейчас мы ничего с вами не делаем. Потом будем думать с вами. Так, мы с вами продолжим в следующей серии. Ну, как-то игра быстрее проходит, потому что здесь патронов больше. Мы как-то идем и идем. Не знаю, после сохранения, после того, как я выйду из игры, скорее всего, это все заново придется собирать. Так что давайте с вами попрощаемся. Смотрите другие прохождения. Всем до встречи, увидимся в других видео. Всем пока!